Северном море у берегов Восточной Англии нашли немецкую подлодку типа Ю-31, затонувшую во время Первой мировой войны. Длина субмарины около 58 метров, но так как корабль сильно поврежден, специалисты полагают, что ее настоящая длина была чуть более 60 метров. Физик Кеннет Либрехт из Калифорнийского технологического института вырастил две одинаковые снежинки в лабораторных условиях. Ученый убрал природную вариативность, которая создает уникальные снежинки. Международная группа ученых предполагает, что скопившийся в космосе мусор может спровоцировать на Земле серьезный конфликт. Это создаст трудности с выявлением причин повреждений космических аппаратов, а значит, будет сложно определить, выведены спутники из строя из-за столкновения с обломками космического мусора или умышленно повреждены одной из космических стран. В Румынии отбывающие тюремные сроки заключения начали в массовом порядке писать научные работы. За 2015 год румынские сидельцы опубликовали почти в 4 раза больше работ, чем в 2014 году. Активность преступников связана с тем, что за каждую выпущенную книгу срок заключения сокращают на 30 дней. Работа известного ирландского фотографа Кевина Абуша была продана на аукционе за 750 тысяч фунтов, около миллиона евро. Покупатель фото остался неизвестным. Интересно в этом случае то, что на снимке изображена обыкновенная картофелина.